Врач из Сургута хотела заработать, но потеряла 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной полиции. Женщине позвонил неизвестный и представился брокером. Он предложил ей заработать на инвестициях на платформе ProTrader. Сургутянка несколько месяцев переводила деньги на разные банковские счета. Чтобы инвестировать больше, женщина брала кредиты. Она поняла, что попалась на уловки мошенников, когда они перестали выходить на связь. В общей сложности югорчанка перевела брокеру больше 2,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.